учитывая то, что ты ждешь четвертого ребенка, все ждали от тебя коллекции для беременных белья. Но ты все-таки не поддалась искушению и представила сегодня зрителям коллекцию белья традиционную. Ну, не совсем традиционную, я надеюсь. Не для беременных, абсолютно. Ты мать-героиня. Среди всех топ-моделей ты идешь на рекорд. Ты думала о том, что у тебя может быть четверо, пятеро, шестеро детей? Сколько бог даст. Я Стеллу Теннант догоняю. Вот сейчас как раз догоню. Ты доказываешь, что беременность не болезнь. Ты продолжаешь активно работать. Ну что ты, это прекрасно. Это, ну, как бы... Если дается хорошая беременность, хорошее самочувствие, то, ну, это наоборот даже иногда дает энергию. Я, конечно, устаю быстрее, но все равно продолжаю работать. И просто самое худшее, наверное, еще впереди. Это бессонные ночи, и памперсы и так далее, кормление. Все это, конечно, очень, очень, ну, тяжело. Сейчас такое, сейчас все очень, очень спокойно. Сколько нянь у тебя будет? Нет, ну у нас одна няня, нам как бы пока достаточно. Дети в школу ходят, поэтому все будет, я думаю, спокойно.